В мультимедийном пресс-центре «Спутник Азербайджан» состоялась пресс-конференция представительной делегации Республики Башкортостан. Визит этой делегации с Башкортостана он обусловлен активизацией торгово-экономических отношений между Азербайджаном с регионами России. Не так давно, в конце февраля, прошел очередной межрегиональный форум «Азербайджан-Россия». В результате этого форума были достигнуты очень важные соглашения, которые предусматривают активизацию связи Азербайджана с отдельными регионами Российской Федерации. Таких регионов много, которые демонстрируют постоянный интерес к взаимодействию с Азербайджаном. Среди них, конечно, выделяется Башкортостан. Делегацию из Башкортостана возглавляет заместитель премьер-министра этой республики, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Основная цель визита башкиров в Баку – упрочение контактов между Азербайджаном и Башкортостаном, а также обсуждение новых проектов в сфере сельского хозяйства и смежных областях. Сегодня Республика Башкортостан стоит на пути активного развития как в экономике, привлечении туристов. Ну и, конечно, наша тема – это увеличение продукции сельского хозяйства, это увеличение производимых продуктов питания. И на сегодняшний день мы активно начинаем работать на экспорт. Не просто мы производим продукты питания, но и мы хотим поделиться со всем миром, с дружественными странами этой продукцией. Ну и, конечно, будем предлагать бизнесу Азербайджана, значит, работать на нашей территории. Будут созданы комфортные условия при взаимовыгодном сотрудничестве. На сегодняшний день, в принципе, условия выращивания молодняка в условиях Республики Азербайджан просто уникальны. Есть вода, есть солнце, есть трава. Понятно, что здесь от регионов зависит, от районов Азербайджана, но тем не менее, вещь уникальная, подчеркиваю, для того, чтобы личные подсобные хозяйства и фермеры получали дополнительный результат. На сегодняшний день мы создали уникальнейшее предприятие в Республике Башкортостан, которое имеет 12 генетических групп на все слои населения и спроса. То есть, если хочет человек выращивать гусей только на мясо, это одно. Если хочет получить, например, мясо килограмм 5-6 – это одно. Если хочет 7 килограмм – это другое. А если хочет получить для красоты декоративных – это третье. Для каждой ниши есть своя линия. И я могу смело сказать, что на сегодняшний день Башкирия, и мы в том числе, являемся лидерами по селекции, генетике, а еще в том числе вся Российская Федерация, а это можно смело говорить на сегодняшний день, процентов 90 – это смело едут в Республику Башкортостан именно за водоплавающие птицы. В рамках нынешней бизнес-миссии из Башкортостана в Баку приехали 20 человек, представляющие 11 компаний.